Не, ну видишь, цены как бы тоже такие. Отлично. Мини 45, XXL 75. Ну, я не знаю, насколько это мини, у меня типа возле работы продается шаурма 50 гривен, маленькая считается, и она большая вообще-то. Чесночная и пипец какая сытная. И ее даже не всегда доедаю. Ну как это, скрининг? Температурный скрининг. Ну да. Это суббота сегодня. А непонятно, может закрыт этот парк. У нас таких даже нету, да? Ну да, в принципе, все открыто тут уже. Да, так мы, может, урбанистами станем? Фух, ну она будет, наверное... Вон, можем подойти прочитать. Вот, видишь, даже в 72-м году. Аллея сакур, мы находимся как раз на ней. А где сакуры? Вот это сакуры? Там мы в самом конце находимся, вот 8. Вот 8. А. Аллея сакур. Знать... Или а, это да. Все аллея? Не, вы знаходитесь красная. Вот. Я ну вижу, да. Что вы знаходитесь. Так значит, вы... они еще не расцвели. Ну, походу нет. Вот это они похилили. Ну ладно, давай тогда дойдем вот туда. Подожди, подожди, смотри. Все, уже прибыли. Давай 3 минуты стоянка. Что, так мало? В смысле? Покрытие? Греческие скульптуры. А подожди, это только ему? Партизанской. А не, он там еще имена. А, ну да, просто они. Что с ними случилось? Поплавились на солнце, что ли?
Или так красный слезли. Зареставрировать такое. Цель, еще что-то. Что это такое? Там камень или там земля? Чем мостик. На таком автобусе мы поедем в Ивано-Франковск. Тоже дома вообще идентичны. Три мусорки, вон смотри, обычная мусорка. То возле остановки, наверное. Школа, наверное. Я сюда вспомнил. Я вспомнил, что мне... Нам, наверное, наша учительница географии еще в школе рассказывала. Про то, что Ивано-Франковск это маленький город. Его реально можно за несколько часов обойти. Возможно, он по величине. Как ЕРМ, через чуть больше. Ну да, тут дорога уже убита. Ну как бы. Ну хотя бы что-то есть от нее. Не делай. Ну вон, посмотри. Вперед вообще еще хуже. Да, там уже асфальт. Детский сад. Если бы ты, конечно, посмотрел по картам, где мы находимся. Ну для видео как бы можно это было и запикать. Не, мне кажется, это важно. Да у тебя, наверное, обострение нюха какое-то, у меня вообще ничего нет. Я просто хорошо вышел. Нет, это лес. Это лес так пахнет. Да, конечно. Это хвои. Сейчас уже не пахнет. Это смореки. Ой, сейчас очень резкий сладкий запах. Ты не почувствовал? Только что был. Ну да. Как будто бы, медом. Да, как медом. Кстати, я вот эту церковь понял. Достопримечательность тех видел. Но я не думал, что мы на нее сможем выйти так быстро. Какую, вот эту? Да. Именно вот эту. Ты уверен, что там была она? Да. Ну да, тут даже не красный, а багровый такой. Ну да, думаю, мы тут сможем направо пойти и выйти очень быстро. Выйти, наверное, туда? На главную трассу. Ну да. Если машина туда ехала. Штука, что типа одиночная для молитв. О, пожарный этот. Как он называется? Пожарное отделение.
Если работает, можем чай зайти взять. Налево сейчас. Да видишь, и рынок не будет работать на это 100%. Разве что работал магазинчик вот там на автовокзале. Фастфуд. Тут вообще одна щиток. А вон, кстати, тот мост, где все обычно фоткаются. Мне, честно говоря, насрать сейчас. Это в прямом и в переносном смысле тебе как бы. Смотри, нормально, мы нашли. Мы все достопримечательности находим, считай, на рандоме. Вот, получается, тропинка, и можем туда забраться и сфоткаться. Просто очень много людей спрашивали, как туда попасть. Олег, даже тут есть ВЦ. Не. Наверх туда. Все, вот это, наверное, дорога. Или нет? Я не знаю, пойдем. Нужно гора, 150 метров. Да, ну значит нам туда. Просто тут дорога получше, но мы уже пойдем вверх. Это вообще отели, при отеле у них есть этот ресторан. А то считай, фамилия Хотель Петрос. Да? Ну, отель, а ресторан, наверное, чуть дальше. То рецепция. Там дальше написано вольеры и что-то еще. Колыба. Колыба.
Вот это, наверное, он. Вот колыба это и есть, типа? Да, вот. А, это название. Я не помню, это целый комплекс, что ли? Да, но это отель при ресторане. Прикольно там. И свет горит, все работает. Видел сиденье? Где? Вон, вот на жавара написано. На. Все, смотри, открыто как раз. Нет, то нам нужно идти вот так вверх, а это просто, видишь, что проходит, но он стекает снизу. Ну тут 5 минут максимум спуститься. Ну а то может на обратном пути так идти как-то по тропинке. Это смореки? Сейчас, наверное, не знаю, как выглядит смореки. Ты гуглил смореки? Да, ну, примерно так она и выглядит. А у тебя пауэрбанк еще рабочий? Ну, у меня вообще там чуть-чуть на телефон. Это ж его добавляют в еду какую-то. Ты знал, что у тебя после этого аллергия может быть? После шафранов там всяких. Не знал. Арник. Смотри, тут Обухов 2020 написано. Как я пишут. Все, присядем на минуту. Смотри, тут даже под дождем можно укрыться, по такой чисто сидеть можно и. Ну да. Вот, я хотел чернику есть. Люди говорят, невозможно пройтись. Русулина Гогодзе. Это речечка? Да, но чего мы ее раньше не слышали? Наверное, вон она и течет. Чего не видно. Это наш первый хайкинг. В сторону Пушкинской от... исторического музея там. Понял, я еще смотрю так. Какие-то ягоды очень странные. Вороний глаз. О, вороний глаз есть в этом. В Ведьмаке. На вод... смотри, пишут, на водоспад. Вниз, вверх. А тут две тропинки. Ваше лицо, когда вы читаете. Я просто пытаюсь, у меня просто горло чешется от аллергии. Ну тут домики четко.
Ну я тоже, знаешь, не фанат. Спальный мешок с собой брать, знаешь, ночевать в сложных условиях. Походу там очень большой спуск вниз. Ну я знаю, ты не домик, ты беседка еще. Ну да, ты беседка где. Так там точно туда? Да. Скорее всего спуск вниз, вот я поднялся будет. А мы вообще куда идем? К водопаду? Да. Скорее всего мы куда пониже к нему идти. Тут и камни берутся, все нас туда притащили. Это указатель, видишь, синяя-зеленая метка. Я чувствую такой заряд энергии большой. Фу. Покажи, где. Кашки воняют. Да где ты их видишь вообще? Я пока учуял только запах, я не знаю, вон слева от тебя. Почему ты не обращаешь внимания на хорошее? Ты думаешь о хорошем. Я обращаю внимание на хорошее, я просто чувствую запахи нехорошие. Ты думаешь о хорошем, а плохой тебе и так найдет. Отличный план. Водопад, вот пристали, как будто это Амазонка. Ну вон тут водопад. Ну да, он там был на несколько уровней. Я вспомнил, знаешь, что хотел? Ну, в принципе, да. Тебе не жарко в курточке? Жарко. Да, лучше на себе нести, чем... А, ты в рюкзак не сложишь, ты же упакован как. Не знаю, зачем они дома строили под железнодорожной дорогой. Неподвижно. Вот, мы уже пришли. Вот, видишь, все три кафе. Да. Вот, мы вот. Только спрыгнуть. Мы вот спустимся там и все. Где там? Вот ступеньки идут. Вот ступеньки. Нет, не вижу. А видишь, я думал, тут вид очень крутой, получается веранда. А тут посмотри, видно что.
Называется это... О, вон, видишь, как такие окна. Это... Куда нам, туда? Да. Ну вот на выбор выберем. Вообще, у Якова, Яков. Вот. Пробег, как пробивать. Ну видишь, не накрыло нас дождем. Все, идем. Вот и мусор. Так это та же дорога. Та же дорога, на которой мы были. Ну, центральная, имею в виду, когда приехали мы. Разве? Да. Может быть. Ну, то мы в другую сторону шли, это... Тринадцать плюс 21 плюс 200. 224. Да, 234. Так, оказывается, видишь, это рынок, а то другой был рынок. Смотри, что там написано. Купание. Оборона, да? А прикинь, кто-то еще хочет там, я не знаю. Не, выглядит страшно. Туда лес очень страшно. Да. Поломался. Это что-то похоже на солнечную батарею. Так это она и есть. Посмотри, она подсоединена, а то походу провод, нет? Да, она да. Подсоединил к этой будке. Чтоб свет был, может? Это за будка. Посмотрите на вот этот спуск. Ёп! Олигарх! Аллигатор! А я даже не заснял, где мы покупали. Чё ж ты мне не сказал? А, вот оно, мы здесь, да, вот оно. Прямо. Так какой тут вот одна дорога, ты по-другому. Сюда. Сюда. А это что? Маковица, это куда я хотел пойти. Это очень красивая гора. Такой спуск. Тогда надо было с нее начинать. А знаешь, что люди говорят вообще? Надо было с нее начинать. Знаешь? Что проходится маршрут за час. Да? Может, это... А ты знал, что мы можем там спуститься вниз? Это 3 часа в обе стороны. Мы... Ну да. Мы сразу можем спуститься и там пойти вниз. На автобусную остановку. Не, ну местность прикольная. Это знаешь, можно сказать, это как тренировка по боксу, где тебе в лицо дают, а ты платишь. Только тут тебе не дают в лицо, а ты платишь. Даже выгоднее туда.
некоторые люди платят, чтобы не, не получить лицо. Ого, мы уже так высоко. Вот написано отклоняться от маршрута. Куда тут уклонишься? Можно, если постараться. Посмотри, корень похож на человеческий палец. Где? Вот. На ноготь, видишь, да, как будто. Говорю, скеледовбуша будут. Вот смотри, весь вид открывается на Яремчу. А зачем ты это снимаешь, если ты в итоге не выкладываешь в Инстаграм? Где ты? Ирина, хочешь водочки? Нет! Слушай, тут шашлыком пахнет. Чего ты так быстро побежал? Кстати, а как они эту обзорную площадку взяли? Они, походу, выпилили деревья? Как они обзорную эту площадку взяли? Выпилили деревья, наверное? Это вряд ли. Постоянно. Аллигатор. В смысле? Не, я просто смотрю, что там. Вот, тут дом какой-то. Где? А, нет, ты мне показал. Тут, наверное, березы, да, или что-то? Так вот, чтоб дождик пошел, знаешь, хоть жар наш остановить. Аллигатор. Прикинь, что люди думают, когда я говорю аллигатор. Аллигатор еще и в горах. Не, они думают, что я нахожусь в другом биоме. Аллигатор. Так я не знаю даже, как это вышло. Все начиналось с олигарха. Но олигархи я солиднее все-таки. Аллигатор — это олигарх из папиных дочек. Что, реально? Ну да, Пуговка же называла его аллигатором. Ну да, а теперь... А теперь ты стал. Ну да, даже вспомнил, то... У нее еще прическа была, как у меня, да? Да, примерно, короткая. Шишки. Может, то написано 3 часа для ЛФП группы, лечебно-профилактическая подготовка. Не, ну тут виды, конечно.
оказывается, дерево другое, с такой вывеской. Сейчас пациент померяет свою длину роста. Не, тут даже не больно падать вниз. Да давай, я тебе скажу. В сомнительной точности. Давай. 240. А подожди, это длина дерева, а тут вот 175, да? Ну тут я не понимаю, как 15-0. Повернись этой. Сюда надо вот так вот. Да повернись, я скажу. Ну чуть выше 75. Разве? Надо будет как-нибудь померить. Возможно, да. А возможно и нет. Наверное, еще рано. Так, Андрей. Вперед. И вперед. Зачем? Посмотри, какой вид. А справа тоже. Посмотри, какая глина. А прикинь нырнуть. Глину наместили. Когда он будет? Ну, за самой вершине должен быть, по идее. Да ёд, ну какой? Перед вершиной. А самая вершина, это, наверное, там, где крест, я уже вижу. Я когда увидел эту вершину, думал, все. Ну, ёб. Блин, там жестко. Сколько время? Знаешь, если бы нам рюкзаки можно было оставить. 5 часов. Да не, рюкзаки нельзя оставлять. В смысле, а шо там? Рюкзак оставить где-то, запрятать? Ну, сзади тут и все. Че мы так раньше не сделали? Да ну раньше... Не, ну тут в лесочке, конечно, можно запрятать. Если никакие медведи не стащат. Ты иди нафиг. Никто не обострит. Да представь, как мы быстрее поднимемся. Ну, можно взять бананку, типа, мне водичку. Спасибо. Вон там точка, где находятся рюкзаки. А помнишь, что нам сказали, Олег? Что? Что там сыр варят. А вон еще гора, только сейчас увидел. И снежная прям.
также занимаются тут люди варкой сыров. И вот наш финальный путь. Называется он «Все или ничего». Электричество проведено. Багги ездят. Квадроциклы. Очень крутая гора. Высокоподъемная. Багги. Вот такая дорога оффроуд. Пишут. А начат проезжать они по такой дороге вниз, где насливная яма, чтобы дорогу не убивала. Также тут сыры вот варят. В центре Ярымчин появился. Квадроциклы. Квадро 4. Здесь бегут колодцы с водой. Да, Олег, вот это он. Вот это колодец. Ты думаешь, что не это колодец? Еще нет. Знаешь, я забегал на гору, я сбегаю с горы. Ты знаешь, тут... Тут очень опасно пить воду. Смотри, как она течет. Это речная вода. Родник. Родник не может. Ну пить. Хорошо. Из родника пьют воду. Слей мне нам, пожалуйста. Да ты можешь сам слить одну. Слей. Сам можешь. Ну, пожалуйста. Ты одну можешь слить, ну, до руки. Ну пожалуйста, Андрей. В чем проблема? Давай. Стой, стой. Охрененно было бы еще мыло заиметь, конечно. Так, сейчас. Так ты можешь сюда воду опустить и налить. Слей мне на эту руку и все. Все, все, все. Вода ледяная. Согласен. Вот, допустим, человек идет в дождь. А это вот
используется. Сухой вообще. Ни капли. Ни капли дождя. Вообще ничего нет. Все чисто, сухое. Подошел разведал. Сейчас пробьет солнце, смотрите. Считанные секунды. Путь возврата. Последняя гора и спуск вниз. Небезопасная зона. Только что случайно спалился, что скрыл от мамы историю. На сегодня второй аккаунт. Мне нет второго. На сегодня приват аккаунт. Такая дорога, камни. Скалы. Так. Кулачок на кулачок.
кулачок. Стоп. Стоп, стоп. Кулачок. Кулачок на дерево, разметка. Аккуратно только с кулачками на такие деревья. Это да. Вот эти камешки. Так. Это место, откуда мы пришли, беседка. Вот такая спокойная тропинка вниз. Солнце светит. Мы уже дошли до второй нашей беседки. Следующая видовая. А это же не та, да, где-то жарили. Могу поверить своим глазам, мы дошли до хижины. Хижина. Указатели этого и вниз. Мы сегодня пришли в дня. Блять. Я не рассчитал расстояние до дерева. Мы падаем.
у этого такси, вот, получается, можно кашу. И вот, все, бабушки уже нет, все бесплатно. А вот бабушка вот такая сказала, что не студенты вы, а, говорит, полный тариф покупайте, налоги даже заплатите. Чека не было. Автобус? Да. С автобуса остановки. Она дальше вокзальной. Мы ее проходили. Там, где фастфуд продавался, тебе говорил. Вид с противоположной стороны моста. Может, мы сейчас быстренько сходим, что-нибудь съедим? Что, пока без детей? Да смысл, давай сразу туда. Я в туалет хочу, надо в туалет. Ну я просто не пить уже не хочу, не есть не хочу. Ну можем в супермаркет или что-то там будет по дороге. Ну как хочешь, можем зайти ты там или воды закажешь или что-то себе. Ну, решай, я согласен. Ты знаешь, сколько что там было? Вот, заведение над прудом. Мы уже тут были. Прутом. И вот. Олигарх как бы пытается повторить вторую попытку. Что, пошли? Да. Нужно билет еще купить. Мы там сможем купить? Ты сказал, да, ну давай. Видишь, а нет, это не то. Ну тут скорее всего просто подъезжают автобусы и все. Нет вообще. Да я бы сказал даже нище, не выше. А, нет, железная дорога недалеко. Там буквально несколько минут. Да. Сидим, бронируем гестхаус. Отель. Сидим, бронируем отель. Олигарх идет. Кстати, знаешь, как придется садыба? Усадьба. Усадьба, да. Такие слова, что порой мне это нужно переводить.
Вот тут начинается вот такая тропинка. И вот тут начинается вот такая тропинка вдоль железной станции. И мы сразу можем перейти на следующую сторону. Ну нам надо комфортно, чтобы мы поместились сюда. Бегут по улице без полководца. Я вообще не понимаю, как такое может быть. А если они убежали? Как такое вообще может быть? Может, убежали. А это лошадь и пони. Ну да. Вот уже открылся этот каштан. Да, мы все-таки приехали в город со своей атмосферой. Часов, уже все должно быть открыто, что, что сегодня вообще открывается. Ты открой, откройся. Видишь, вот кресты какие-то, как кельтские, но это католическое, наверное. Возможно, это грех на католический церковь. Это не точно. Где-то должно быть написано. На картах тоже. Кстати, смотри, на втором этаже и уже решетки ставят. Бывает для красоты. Ну я вообще таких маленьких городков даже понять не могу. Ну тут вообще как будто никого нет. Нет, а сегодня, наверное, из-за праздника все дома сидят и не выходят. Не ясно, вот над нами туча есть, а дальше вообще ничего нет. Вообще-то солнце не передавали сегодня. Облачный дождь. Да. А что ты пытаешься прочитать? Я ничего не пытаюсь прочитать. Ты просто что-то остановился. Я.
здесь. Тут только очень много райдеров. Алло, я просто чекаю. Ты говоришь райдер, я вспоминаю про... Не, знаешь, они в основном по памятникам культуры там катаются, потому что больше площадок нету. Мануфактура. На машине то плюс уже. Шлюп за дубу. Покажи, где. А это как? Ну типа пришел, сказал, хотим все. Жениться. Все, помню, да. Сразу тебя оформили. В смысле, мажорно? Я вообще в шоке. Но цены дешевле, чем киевские. Наверное, примерно как у нас. Они дешевле такие же. И там просто есть другие. Да. Я ни разу не нашел. Ходи потом, воняй. Что ты собираешься? Мы переходим или нет? Да. А это рынок, наверное. Срыв. Без маски штраф 17 тысяч. А рынок вообще не надо? Не. Все за праздник и за праздник. Я думаю, об Иванову споткнулся, я об этот. Да. Made in Europe. Цветы. Вот. Державное казначейство. Бедные бизнесы людей. Да сейчас наоборот перерыв, они отдыхают. Они хоть отдохнуть хоть раз. Хотел сказать, мы даже чебуреков не можем купить. Все закрыто. Ты видел прикол называется Прикарпатье? Сельпо вон и не работает. Может там уже и сельпо того нет. Справа вон. Прикарпатье там. Сан-Марино, даже Италия тут есть. То есть мы даже не найдем, где мне закупиться в дорогу? Или? Найдем, АТБ работают. Мне кажется, АТБ только и работает. Даже по дороге. Далеко отсюда АТБ? Нет. Сколько? Вот вы можете увидеть еще одну копеечку. Так он, наверное, закрыт. А, вот это вход. А, нет. Что ты говоришь? Вот это вход, да? Да. Нам прямо. Но лучше перейти на ту сторону. Как украинские ученые переименовали Pizza Hut Chicken Hut. Все работает. Мерси.
туда и выходим. Ого. Мы такие заходим, я смотрю, там как горячо. А, ну да, реально. Вообще какой-то. Good food. Ну и цены. Ну как будто дома есть, а может все поуезжали за город? Может быть. Пассаж Гартенберг. Это, наверное, самый как бы. Нет. Я просто уже напомнил, что в Кёльне. Да, что-то есть. Там пьяная крыша. Да, очень похоже. Углы. Олег, смотри, Каритас. Мальтийская служба допомоги. Вау, посмотри, куда мы пришли. А я не замечал, вон, смотри. Добровольная. Нам и Бог не украдет. Там написано, да? Да. Inside. Рукавычка экспресс, это как АТМ. А вон ту сакуру или нет растут? Нет. А вот это культурное уже как бы граффити. Культурная экзотика. Концлагер Гефест. Ну, мы щита так скоротили путь нормально. Потому что нельзя прямо пройти только. Играет студио. Тут парки, смотри, неплохие такие возле вокзала. Не, ну вокзал выглядит достойно, да? В Ужгороде вообще. Ну ты видишь, там людей нет, это твой приехал уже. Пошли. Он 16:23 приезжает.
make love, not war. Типичный двор, типичная застройка.
Да вон. Именно данные люди схватили мой билет. Посмотрите, во Львове все садятся. Киев, Харьков, Полтава. Все. График очень быстрый. Таксистом. Смотри, сейчас загорится зеленый, как люди полетят. Вот красная пропуска, трамвай. Там и бус. Зеленый. Вот, зеленый загорелся. Смотрите, какая скорость. Даже две, это овчарки. Перехожу по разминке, все правильно. Вон мой вагон. Четвертый. Третий. Цвай. Вообще людей нет. Переход на другую сторону.
языкам. Разные места. Убегает, да. Это в землю прям, да? Вот травой он так вот записан. Она и корм так травой. Я думал, что она его хочет размочить. Ну да. Вот она. Сейчас я на ту сторону уйду, она за мной будет. Сейчас вот ворона пойдет за. Полетела и будет идти до растительные мусоры золотые. Все, я уже вижу далеко костел. Правильно это. Телефон на болте. Пока не отдыхает, пока не работает. Курьеры. Люди пахают. Курьеры, болты, ракеты. Укладчики
асфальта. Пахнет не горюй. Через что нужно приходится пройти, чтобы дойти до эстакады между поездами. Поезда выше, мы будем ниже идти. Небоскребы и виды не пахнут шикарным видом. Вот, ТРЦ 500 метров, туда сейчас и направляюсь. Вот я уже подхожу к КФЦ. КФЦ 100 метров. Yeah.